Друзья, всех приветствую. С вами интернет-магазин Antilife. Перед вами смартфон Lenovo S668T. Обратил внимание, что у нас на сайте нет обзора на эту модель, в принципе, этот смартфон покупают. Я решил записать коротенький такой распаковку-обзор и немножко объяснить, в первую очередь, для тех, кто будет покупать этот смартфон, потому что особых тестов я сейчас делать не буду, а просто расскажу, на что ориентироваться. Модель эта называется, еще раз повторяю, Lenovo S668T. Это аналогичный смартфон Lenovo S660, на который я уже делал полноценный видеообзор. Они полностью идентичны по всем своим параметрам, кроме поддержки 3G сетей. Эта модель дешевле. S668T, он дешевле, примерно дешевле долларов на 20-30, и поэтому цена из наличия в Украине, естественно, тоже значительно ниже, а по всему остальному функционалу модели полностью идентичны. Отсутствие поддержки 3G интернета означает то, что вы не сможете пользоваться полноценными 3G карточками, однако 2G, то есть интернетом мобильным, там, с GSM-карточки, там, с Киевстара, с МТС, с Лайфа, вы сможете пользоваться абсолютно без проблем. Вот эта модель Lenovo S668T, а видеообзор на S660 я уже делал, записывал. Вы сможете его посмотреть по ссылке, которую мы разместим где-то вот здесь. Чтобы не говорить лишнего, потому что модели полностью одинаковые по всем своим параметрам. По внешнему виду, по емкости аккумулятора, по прошивке внутри, по камере, по производительности процессору, оперативной памяти, сборке и тому подобное. Смартфон полностью работает, ничем не отличается от полноценной версии. Единственное, что вы не сможете пользоваться 3G интернетом, но по моей практике, по моему опыту, 3G интернетом, специальными карточками, отдельными 3G карточками пользуются единицы буквально. В основном рядовой пользователь Android и смартфон устройства пользуется обычным интернетом с сим-картой, по которой разговаривает. Киевстар, МТС, Лайф. На этом все, спасибо за внимание. Все тесты, все подробности про эту модель, в частности, в обзоре Lenovo S660. Спасибо, всего доброго.